У современного человека есть возможность общаться с людьми, которые находятся в разных точках планеты. И как бы это парадоксально ни звучало, дружба в таком формате становится причиной одиночества. Сказывается дефицит живого общения. С этим решила бороться известная шоу-вумен, харизматичная Мила Затягалова. Ее проект под названием «Бутик счастливых сердец» стартовал с веселой вечеринки в танцоре диско. Сегодня будет все весело, легко и просто. Мы будем отдыхать в этом клубе. Я думаю, приятное времяпрепровождение найдет здесь каждый. 100% будет весело, зная Милу, что она все продумала до мелочей, и я думаю, будет интересно. Современные люди очень сильно закрыты, в таких местах они открываются. Это невероятная женщина, у нее огромный потенциал, такой бешеный инсайт, позитивный, когда она транслирует его на других людей, заряжает всех. И, естественно, мне она очень нравится, и поэтому ее проект, естественно, я решила поддержать. Идея собираться вместе нашла поддержку у многочисленных друзей и знакомых Милы. Кстати, многие ее знают как ведущую свадебных торжеств, а потому ассоциируют с любовью, счастьем и добрыми отношениями. Я верю в то, что если женит Мила Затягалова, то это навечно. Это дружная семья, это крепкая семья, которая всегда на позитиве. Любовь, она возраст не выбирает, она просто выбирает людей. Вот это самое главное. А здесь, конечно, вот живое общение. Вот это здорово. Живое общение с людьми, которые умеют это делать. Не стоит дарить свою жизнь компьютеру и соцсетям. Нужно именно ходить на мероприятия, нужно общаться с людьми. Это прекрасный вечер. Это, я думаю, что делает счастье многим людям. Я думаю, что Мила нашла это правильное направление, чтобы дарить людям счастье. Любовь, нежность. Только лишь одними вечеринками проект не ограничится. Общение планируется и за пределами клубов. Ездить за город, ездить на сплав. Будем обязательно ездить в какие-то турне совместные. Другими словами, проводить больше времени офлайн, чтобы эмоции побеждали эмоджи, а живые комплименты – лайки.